Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Сегодня поговорим о хорошей новости для мира Варкрафта. Хотелось бы, конечно, чтобы такие акции проходили чаще, но да ладно, все-таки не нам решать, когда устраивать бесплатные выходные в игре World of Warcraft, а они уже настали. С 5 по 9 ноября можно играть бесплатно, при условии, если у вас не оплачена учетная запись. Те люди, у которых, например, оплачена учетная запись, они ничего не получат, скорее всего. А те игроки, у которых учетка не оплачена, они могут зайти, сегодня у нас 6 ноября, и спокойно поиграть до 9 ноября, а именно до 11 часов по московскому времени. Думаю, тут учитывается дневное время, не вечернее. То есть, в принципе-то, посидеть, поиграть, вспомнить былые времена, это неплохо. Можно маунтов подропать, можно, не знаю, насладиться текущим припатчем, в котором пока что еще нет нашествия плети. Можно испытать новую прокачку в время хроме. То есть можно просто-напросто изучить весь интерфейс припатча, посмотреть, как ваш класс показывает себя, ну и вспомнить, так сказать, азы военного ремесла. Так что, да, если у кого-то учеточка не оплачена, не торопитесь ее оплачивать, поиграете бесплатно до 9 числа, ну а далее уже все зависит от вас. Хотите играть — оплачивайте, не хотите играть — ну, как говорится, отдыхайте. В Shadowlands, может быть, желание проснется при выходе дополнения. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!